Говорите. Тоже документы вообще, да. Кто? Ты закупал третью у меня документы, можно ваши глазки? Какая причина? А? Какая причина? Причина вашей закупки, что вчера відбулось какая-то крадіжка, проверяем темный пор ДБ в автомобиле грузовик. У меня же не грузовой автомобиль. Ну я же не могу побачить, у вас грузовик автомобиль или нет. Ну стекла есть? Есть. Ну и все. Что вы перевозите? Кого перевозите? Это не имеет никакого значения в данной ситуации. Вам пояснили вашу причину? Я говорю, не имеет никакого значения. Дальше что? Документы вообще. Не покажу. А? Не покажу, говорю. Відмовляєтесь, да? Да, не хочу. Вы знаете, что за це є відповідальність? Не, не знаю. Це 126 частина 1. Тупо в Україні. Когда документы проверяются? А? Документы когда проверяются? В пункте 2.1 вказано в правилах дорожнего руха, когда они проверяются, что у вас должно быть. В пункте 2.4 вказано, какие документы вы должны предъявить. Кому я должен предъявить? Полицейскому. Полицейский что мне должен сделать? На вимогу ему. На мою вимогу что должен сделать полицейский? На вашу вимогу? Да, да. Я же не знаю, что вы. Ну, хорошо, есть такая статья 18 в законе о профессиональной полиции, там пункт 3. Там сказано службовое удостоверение. Если вы представите документ, где сказано, что службовое удостоверение, тогда я вам покажу документы. Если не предоставите, я вам не буду показывать. На вашу вимогу, правильно? Ну, да, на мою вимогу, да. Вы же не вимагали. Ну, я же спросил вас на мою вимогу, что вы маєте представить. Вы спитали сами что. Если вы предоставите служебное удостоверение, именно где написано, что это служебное удостоверение, а не жетон ваш, тогда я вам покажу документы. Ну, всем остальным случаям. Где там написано, что это служебное удостоверение? Можно да прочитаю? Гуменюк Олександр Евгеньевич. Кстати, вы снимаете на бодикамеру и забыли меня предупредить. Это не забовязаны. Не забовязаны? Так, вы забовязаны. Почитайте. А зачем вешают знаки тогда? Вы в любом случае знаки об автоматической фото, видеофиксации правонарушения. Почитайте, пожалуйста, статью 40 про национальную полицию. Там все указано, чи я забовязаны, чи не забовязаны. Вы ознайомились с змінами, которые там указаны, чи нет? Не, не ознайомился. Не. Добрый вечер. А где там сказано, что это служебное удостоверение? Где сказано, что это служебное удостоверение? Есть відповідний зразок, посвідчення. Нету служебного удостоверения. Какое? Вы читали? Я вам предъявил. Уже два года уже нема зразок. Новый зразок. Я знаю зразок новый. Вы знаете, с декабря месяца. Там должно быть службовое посвідчення. Там есть у вас службовое посвідчення? Я же поменял свежее. Не ругайтесь. Да я не ругаюсь. Я объясняю, что нет. Я знаю, что вы знаете. Просто нема что рубить, понимаете? Ось поменял я его, дивіться. Где тут написано службовое посвідчення? Після нового року його нема. Ну так все, ну так я... Что нам выдать, мы користуемся. Да я понимаю, но я не должен... Полицейский должен предъявить мне служебное удостоверение в законе про национальную полицию. Я должен ему документы. Но это если я увижу, что там полицейский. Я не вижу, что это служебное удостоверение. Написано где-то служебное удостоверение? Где написано? Написано полиция. Я понимаю, ну. У меня есть решение наружу, у меня там написано решение наружу. У меня написано водительское удостоверение, у меня написано... Жетон. Ну хорошо, я вам... Вот смотрите, да, хорошо, я вам предъявляю. Водительское удостоверение вам предъявить, да? Вот карта водия, вот у меня есть карта водия. Пойдет карта водия? Ну что вы ругаете? Ну это же водительское удостоверение тогда. Водий написано, моя фотография есть, ФИО есть, ну. Правильно? Это водительское удостоверение? Почему нет? Почему вы решили, что у вас... Должно відповідно зразка бути. Подождите, а у вас тоже должно відповідно зразка? Где у вас сказано, что у вас служебное удостоверение? У вас где-то сказано, что служебное удостоверение? А где это написано, что должно быть служебное? Ну, в законе про национальную полицию написано. Там 18 статья... Там службовое посвідчення, правильно. Відповідного зразка. Оце відповідний зразок. Ну, службовое посвідчення, нет. Ну, є службовое посвідчення, в правилах написано, что водій зобов'язаний представити водійське посвідчення, так, правильно? Так. Ну, у меня почему-то написано водительское посвідчення, почему у вас не написано? Я не идентифицировал вас как полицейским. Мы вам показали, жетон есть, посвідчення службове показали, відповідного зразка, как сказано в статье 18 закону України. Предъявіть, будь ласка. Я предъявил документы. Вы установили мою личность? Посвідчення водія вам треба предъявить. Не надо мне предъявлять. Если я что-то нарушил, бы я должен предъявить. Я ничего не нарушил. Я себе еду нормально, включил аварийку. В смысле, я уже отстегнулся уже. Ну, я доставал камеру. Ну, у нас пристегнутый даже. Ну, так правильно, чтобы не пищало, потому что я сидел, оно пищало. Не, оно не пищит. Ну, потому что мы стоим. Ну. Когда вы стоите, оно не пищит. У нас ответственность идет индивидуальная, ну, какие вопросы, ну. Не, индивидуально, водий не сидит. Нет. Ну, как это почитайте право? Почитайте вы в правилах, я знаю. Там ну. Написано. А в КУПАПі что написано, ну? Что водій на себе відповідає. Ну, а в КУПАПі что написано? Так там про пасажиру где-то написано? Ні. Ну, так а я при чем? Там написано в цьому, правила дорожнього руху. А почему без жилетки? Там написано, что вы должны там пору доби быть в жилетках, ну. Тоже написано, ну. Наказы здесь, правильно.
ми будемо далі рватися. Ні, не буду рватися, я поїхав. Я вам предъявил документы, что это я. Ну, если я знаю, не так, особисто, кто вы. Ну хорошо, я вас еще тральну, тогда еще больше тральну вас. Хорошо. Ну если вы так уже, ну полностью, хорошо, есть у нас такое приложение ДИЕ. Все, покажи. Все, я показываю ДИЕ. Ну если вы... Какие питания? Питания нема, все, нема питания. Конечно, что вам предъявить? Какие питания? Посвящение водия. Все, посвящение водия предъявляю, будь ласка, знайомитесь. Не, я не цю хочу, я боюсь про защиту персональных данных. Ну вот я предъявляю. Я вам предъявляю свои посвящения. Бывший керівник АВАКу, ваш міністр, та Зеленська сказав, що він може пред'явити. Я вам пред'явив. Я візьму планшет. Все, беріть планшет, так, беріть планшет, так. Я вибачаю, зараз трошки їх на місце трошки поставимо. Я ж теж водій, я теж так. Щоб вони тут не нюхали, нюхачі стоять. Вони просто стоять нюхати. Хто там що украв, ну? Я просто пістав, немає. Та? Хто там що украв? Їх там розказують, украв ти щось. Це не, то не. Пожалуйста. Ще раз, будь ласка. Все, есть. Все, есть? Да, Сергей Иванович. Все? Хорошо, сейчас на дороге. А как еще ваши данные, чтобы на вас заявление напишу? Жалобу. Гумнюк Александр Евгеньевич. Гумнюк Александр Евгеньевич. Ехать? Да. Все, я вас запомню, добрый.